Дети читают стихи. Скуратова Наталья, 12 лет, 6 Б класс, школа номер 15, город Рязань, автор неизвестен, Дедушкин курган. Письма в ящике комода, этим письмам нет цены, ведь они не от кого-то, а от дедушки с войны. Скажет бабушка устала, письма выложив на стол: я совсем слепая стала, ты бы, внучек, мне прочел. Не остыли эти строчки, в них и радость, в них и грусть, и от точки и до точки знает Колька наизусть. Их читать светло и горько, в них еще идет война, и задумается Колька у открытого окна. Нет, в безвестность он не канул, а приняв неравный бой, так стоял, что сросся с камнем, стал курганом над рекой. Выйди, дедушка, из камня, сколько лет к тебе я шел, сколько лет тебя искал я, и нашел тебя, нашел. Внука издали лаская, взглядом каменный боец, я бы рад, да не пускает в грудь ударивший свинец. Я б с войны пришел, конечно, посмотреть, как мир широк. Только этой службы вечной никогда не выйдет срок. Тихо, час закат, веет холодом с реки. Внук погибшего солдата стер слезинку со щеки.